это как вообще получилось-то, а? Мне же не показалось, да? Тут только что был черный кот. Тут точно только что был черный кот. Откуда в моем видео черный кот? Ладно, что там у нас? Ах да, у меня тут накопилось приличное количество комментариев, всяческих и всевозможных вопросов, поэтому я решил вам их почитать. Ну, знаете, возможно, вам понравится такой формат видео, и вы узнаете обо мне что-то новое. Обязательно мне потом сообщить об этом. Если будет интересно, то я сделаю вторую часть. Ну что, поехали. Так, привет, Сёма. Пишет Crazy Boys. Тебе тоже привет. Да и вообще, да, всем привет. А то с этим черным котом я даже как-то и не поздоровал. Дальше вот. Алина Анисова пишет мне. Сёмка, я хочу, чтобы ты был в каждом видео. Алин, ну я ж и так вроде в каждом видео. Или ты говоришь о тех выпусках, где я виден на протяжении всего сюжета? Если да, то я решил не отвлекать вас от видеоряда своим присутствием. Кстати говоря, интересный вопрос. Кому как больше нравится, а? Так, Вероника Л. пишет. А сними еще про самых страшных животных в мире. Хм, это, например, какие? Крокодилы есть, тигры есть, даже панды есть. А каких еще страшных животных ты хотела бы узнать, Вероника? Прошу в комментарии. Настя Суслова пишет. Класс, Семен, а можешь сделать про драконов? Могу, кстати. Как раз же открыл новую рубрику, посвященную мифам и легендам различных стран. Определенно могу, Настя. Как называется программа, что ты выглядишь как кот? Скажи мне, Семен ученый. Пишет VTG Games. Не скажу. Спинозавр Илья Плевродон пишет. Ты решил новую рубрику тра-та-та-та-та. Про Геракла расскажешь? Да обязательно расскажу про Геракла. Причем видео будет в двух частях. И очень-очень скоро. Капитан Прайс вышибает дверь. И пишет. Гоу мифы на Анубиса. Ты мне двери сначала сделай, а? Потом будет тебе Анубис. А я не нарушила правила, я просто не заварила чай и не взяла печенье, пишет Алекса Ру. Как так-то? Смотреть мои видосы без печенек и без чайка? Ну ладно, ничего страшного, на первый раз прощаю. Дамир Естемесов сообщает. Не надоели динозавры? Делай про диких животных, а то уже неинтересно динозавры. Динозавры пока еще не надоели, Дамир. Ну и диких животных я тоже стараюсь выпускать регулярно. Лори вот было же недавно. А вот, Вероника Гофман пишет. Почему так мало лайков и просмотров? Этот канал просто гениален. Особенно надо такие смотреть детям и родителям. Вот, например, моя мама вместе со мной все просматривает. Большое спасибо, Вероника, за мнение и отзыв. Уверен, что позже будет больше просмотров и подписчиков. Обязательно буду расширяться. Кстати, маме привет передавай. Семен, ты попал в видео Ивангая, пишет Виктор Зайцев. А? А кто такой Ивангай? Не знаю. Дальше. Мистер Enjoyvest Show пишет. Можешь сделать видео про Плутон? Ага, ну насчет Плутона и космической тематики в целом. Я решил делать небольшой перерыв, но да, про Плутон обязательно расскажу в будущем, не сомневайтесь. Семен, когда снимаешь Индоминуса Рекса? Спрашивает Харатетта Евгения. Этот мистер динозавр у меня уже давно в планах. Думаю, что сделаю по нему выпуск, но вы же понимаете, что это не настоящий динозавр, да? Новорожденные кенгурята похожи на новорожденных хомячков. А ты заметил это? Пишет Пиксельмен Шоу Влог. Ну так, а еще на мышей, хорьков, морских свинок, вот тоже. А вырастают разные. Ну и на этом я думаю завершить этот выпуск. Мне было очень интересно читать ваши комментарии. Если вам тоже понравилось, то обязательно повторим. Не забывайте нажимать на колокольчик, делиться видео с друзьями и вступать в нашу группу ВКонтакте.
Я скоро начну проводить конкурсы с призами. Самое ближайшее время ожидайте выпуск про Геракла. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Пишите мне.